Продается готовый бизнес на Рахле и база отдыха в районе Болванки. Среди нетронутого леса и большой корпус на 60 человек и двухэтажный коттедж площадью 270 квадратных метров, где все от стен до мебели из натурального дерева. 5 комнат, парилка с бассейном, летняя веранда, санузел, централизованная канализация. Тепло от электрокотла для создания уютной романтической обстановки, большой зал с камином. На территории, обнесенной надежным забором, настоящая деревенская баня. Хозяйский дом в 90 квадратов, теплый гараж на 4 автомобиля и 5 летних гостевых домиков. Чистейшей водой обеспечивает скважина 120 метров. База зимой – это прекрасное место для активного отдыха. Рядом лыжня, ледяная гладь озера становится отличным катком с освещением. Прибыльное место в элитной зоне Арахлея. Телефон 8-914-490-490-0. Проект любой сложности. Все от индивидуального жилья до промышленных сооружений. Производится техническое обследование состояния зданий. Строительно-информационная компания «РИКС». Вот и закончился строительный сезон. В этом году он был удивительно коротким. Золотую осень прогоняет из нашего города суровая недружелюбная зима. Замерзшие троллейбусы, сонные пешеходы на улицах, скользкие дороги. Вот они, 5 минут до зимы. Давайте не будем падать духом перед наступающими холодами. Побольше цветочного настроения, дельных советов и красивых интерьеров. Как обычно, в новом выпуске передачи «Займемся делом». Одни располагают к размышлению и расслабляют, другие бодрят и поднимают настроение. Пейзажи, натюрморты, абстрактные и городские сюжеты – все они создают особую энергетику в доме. Картина – классический вариант украшения стены. Она способна оживить и наполнить смыслом любой интерьер. Главное – подобрать нужный сюжет и цветовую гамму. Например, на кухне будут уместны яркие натюрморты или полевые цветы. В гостиной и прихожей – изображения животных, абстракции, коллажи или графические рисунки. В детской комнате – изображения сказочных персонажей или солнечные красочные пейзажи, но не слишком яркие, потому что они могут утомить ребенка. Совсем не обязательно, чтобы картина была дорогой и принадлежала кисти известного художника. Даже простая репродукция может стать мощным источником положительной энергии. Умело подобранные вазы, подсвечники, статуэтки птиц и животных расставят акценты и подчеркнут стиль вашей квартиры. Европейская классическая керамика, роскошная латунь с фарфоровыми украшениями и отличной росписью идеально впишутся в интерьер. Загадочный мир волшебства и сказочной красоты, который не оставит равнодушным даже самого серьезного человека, несут в себе авторские коллекционные игрушки. Поселите в своем доме мопса Джейн, сэра Генриха или курицу Жозефину. Они подарят вам атмосферу уюта. Эти удивительные игрушки делаются вручную. Чтобы придать выразительность взгляду, автор использует стекло ручной выдувки с последующей прорисовкой. Индивидуальность каждой игрушки российской фабрики «Богачо» подтверждена именным паспортом качества. Помимо мягких игрушек, эта торговая марка представляет коллекцию малой мебели. Небольшой, но очень важный и функциональный элемент дизайна – банкетка. Используя этот предмет мебели, можно со вкусом разнообразить интерьер и добавить оригинальность. Дизайн моделей тонко сочетает фактуры изысканных тканей, натурального дерева, золочения и металла. При создании классического интерьера требуется внимание каждой детали. Благодаря тщательно подобранным аксессуарам композиция становится особенно привлекательной и завершенной, что рождает ощущение домашнего тепла и комфорта. В салоне «Презент» многообразие сувениров, часов, светильников, современных аксессуаров и предметов мебели для украшения вашего дома. На дворе ноябрь, а в этом уютном салоне в воздухе витает ощущение Нового года. Он такой милый, радостный и теплый. Салон «Презент», Ленина, 58. Серая, давно опавшая листва, опустевшие скамейки в скверах, печальное небо, морозное утро. В такую погоду так хочется согреться. Горячим чаем, душевным разговором, пушистым пледом. Что поможет создать уютную обстановку в доме и как согреться этой зимой, расскажем в следующем сюжете.
Монтаж отопительной системы. От того, насколько качественно он будет выполнен и какие материалы при этом будут использованы, зависит погода в доме. Поэтому наш вам совет. К установке отопительной системы, а значит и к созданию комфортной обстановки в доме, подходите ответственно. Здесь у нас представлен насосно-смесительный узел, который позволяет циркулировать в воде по системе отопления. Циркулированная труба обвязывает у нас котел. Очень большое преимущество по трубе, то, что можно легко получить доступ к любым местам и агрегатам котла. А это частный дом площадью 110 квадратных метров. Всего неделю назад здесь был закончен монтаж отопительной системы. Старые, черные, уже проржавевшие трубы специалисты заменили на новые, блестящие, долговечные, гофрированные. Мы с вами находимся на строительном объекте, где производился монтаж гофрированной нержавеющей трубы. Данный монтаж производился очень быстро, уложились в 3 дня за счет быстрых и легких переходов и легкого монтажа трубы. Действительно, монтаж трубы не займет много времени. Например, в этом доме площадью 100 квадратных метров монтаж был выполнен одним квалифицированным специалистом за 2 дня. При использовании полипропилена все намного дольше, ведь такой монтаж подразумевает наличие фитингов, а значит без сварочных работ не обойтись. Что касается гофрированной трубы, то все переходы можно сделать самостоятельно. Именно за счет высокого качества комплектующих и простоты монтажа общая стоимость трубопровода значительно ниже. Теперь в отделе «Умная сантехника» можно приобрести не только гофрированные трубы, но и также заключить договор на обслуживание системы отопления, а также на монтаж. Теперь гофрированную нержавеющую трубу можно приобрести не только в отделе «Умная сантехника», рынок «Солнечный», но и в других магазинах города. Фирменные стенды представлены в магазине сантехники «Термолюкс» по адресу Бутина, 44. В магазинах «Прораб», «Авиационная 1» и «Агинский тракт 25». А также в магазинах «Экспострой», «Чкалова 144» и «Санкраныч», «Богомягкова 41». А помните известный, но абсолютно не смешной анекдот, в котором жена говорит мужу: «Дорогой, скажи мне несколько теплых слов». На что тот отвечает: «Батарея, а еще лучше котел или камин». Как неромантично, скажете вы, зато как практично, ответим мы. Убедитесь в этом сами, посмотрев наш следующий сюжет. Самая трудоемкая и затратная система загородного дома – система отопления. На ее монтаж уходит 40% от стоимости всего жилья. На сегодняшний день котел – самый востребованный вид отопления в России. Он установлен практически в каждом втором частном доме нашей страны. Второе почетное место в списке популярных систем отопления занимает печь. В России печным отоплением пользуется 30% населения. Во-первых, печь недорогая в установке и обслуживании, во-вторых, обеспечивает вентиляцию помещения и хороший прогрев воздуха. Наравне с традиционными системами отопления растет популярность и теплового электрического пола. Он всегда готов к работе, не боится морозов, его легко автоматизировать. Электрический теплый пол бывает 2 видов. В матах его можно укладывать под плитку, и 1- и 2-жильный идет под бетонную стяжку. В качестве вспомогательных средств отопления выступают радиаторы, инфракрасные обогреватели и электропанели. Для промышленных помещений подходят тепловые пушки. Сделают воздух чистым и свежим очистители и увлажнители. Ну и, конечно, настоящий пример тепла и красоты одновременно – это камин. Компания Fresh Air предлагает весь спектр климатического оборудования – котлы, печи, теплые полы, камины, а также все комплектующие. Компания Fresh Air. Город мастеров, павильон 19. Ноябрь месяц не деловой. Фундамент не заложишь, сруб не поставишь. Дачные кооперативы опустели, участки засыпало снегом. А чем заняться нам, деятельным людям? Правильно, конечно, ремонтом. Ведь для того, чтобы клеить обои, ставить двери и менять сантехнику, плюс 30 за окнами не нужны. И еще, если вы задумали строительство дома, в новом году самое время обратиться за советом к опытным специалистам. Бруса, цилиндрованное бревно, пеноблоки, кирпич. Материалов, из которых можно построить дом, сегодня множество. Совсем недавно на строительном рынке появилась еще одна интересная технология – возведение домов из теплоэффективных блоков. Материал, используемый при строительстве, называется кремнегранит. Он был изобретен инженером-строителем из Нижнего Новгорода и рассчитан на северные районы страны. Этот дом построен из материала кремнегранит.
В чем преимущество материала? Материал, сам блок состоит из четырех слоев. Первый слой – кремний-гранит, облицовочная часть. Второй слой – бетон. Третий слой идет полистирол, утеплитель. И четвертый слой – бетон. Этот блок не нужно утеплять, не нужно его облицовывать. Сам по себе блок идет как несущий, держит достаточную нагрузку. Кремний-гранит снижает потери тепла в 56 раз. Это позволяет весьма существенно экономить на отоплении. Не выцветает на солнце, не впитывает влагу, не лопается и не горит. Здания, построенные из кремний-гранитных блоков, не требуют дополнительной отделки и утепления, что очень выгодно. Заказчик может выбрать любую декоративную облицовку, вплоть до сложного рисунка малахит. С этой технологией мы ознакомились на выставке. Решили построить дом с этих блоков. Мы с октября месяца того года заехали. То есть дом теплый. У нас отопление плен. Вообще очень тепло. Единственный представитель новейшей технологии в Чите – компания «Забайкал Кремний-Гранит». Специалисты помогут выбрать любой проект, а также определиться с цветом и формой отделки. Помимо стандартных блоков есть угловые, половинчатые, плюс оконные и дверные перемычки. Дом легко устанавливается на фундамент за один месяц. Красив, прочен и долговечен. И еще, для того, чтобы дом вашей мечты был построен весной или летом, но по ценам прошлого года, заказывайте его прямо сейчас. Компания «Забайкал Кремний-Гранит». Выставочный «Ленина 1». Начиная ремонт в доме, мы нередко думаем: «Ну чем я не дизайнер?» Ведь подобрать шторы к мебели совсем не сложно. На деле все оказывается иначе. Для того, чтобы в квартире было эстетично, комфортно, а ремонт был сделан с использованием самых современных технологий, обращайтесь к специалистам. А что представляет собой дизайн-проект? Это полный пакет чертежей, авторское сопровождение строительных работ, подбор расчет отделочных материалов, что позволит получить сведения о стоимости ремонта. Ну и, конечно, 3D-визуализация, то есть та самая картинка вашего интерьера, то, каким он будет выглядеть после воплощения дизайн-проекта в реальность. Сегодня дизайнеры представляют несколько необычных интерьерных решений. Первое – это мозаика. С помощью нее можно выложить красивую картину на стене, расписать узорами потолок, украсить пол. Выбирайте любой рисунок, и дизайнеры воплотят панно вначале в 3D, а затем в жизнь. Вызовет массу положительных эмоций бассейн из мозаики. Также она подходит для отделки ванных комнат, кухонных фартуков, стен и потолков в клубах, фойе гостиниц, ресторанов, офисов. Мозаика сделана из каленого стекла, совершенно водонепроницаемая, жаропрочная, морозостойкая. С помощью мозаики можно изобразить практически любой рисунок, фотографию или картину. Второе – это оригинальные световые и 3D-панели. Мерцание золотого песка, мягкие переливы воды успокаивают и дарят эстетическое удовольствие. Третье – это новая коллекция эксклюзивных дизайнерских обоев. Уютные обои для спальни и гостиной, сдержанные для кабинета, элегантные для прихожей, веселые с любимыми героями для детской. Одним из главных направлений является комплектация объектов материалами. Это весьма удобно для наших клиентов, когда они в одном месте получают все услуги. Мы являемся представителями южнокорейской обойной фабрики. Уникальность корейских обоев – увеличенный размер рулона, что позволяет сэкономить бюджет ремонта. Они не уступают по качеству итальянским и немецким обоям. Очень легко моются и клеятся. И четвертое – это модная, красивая, функциональная мебель для ванной комнаты, а также качественные напольные покрытия. Салон интерьеров и дизайна «Левша» – это команда талантливых специалистов. Дизайнеры выполнят уникальные проекты, а также помогут определиться с выбором строительных материалов. Салон интерьеров и дизайна «Левша», Шилова, 29. Сохраняют тепло в доме, создают уют и, самое главное, защищают от непрошенных гостей. Двери. Более эффективного средства для безопасности дома, чем надежная дверь, еще не придумали. Идеальное современное решение – металлическая входная дверь. Степень защиты гарантирована толщиной металла, которая варьируется от 1,5 до 2 мм. Толщина самой двери может быть от 5 до 8 см в разрезе. Два независимых замка, двухконтурный уплотнитель, антикоррозийное покрытие и оригинальная отделка делают такую дверь надежным и эффектным защитником от взломов и холодов.
Металлические двери представлены заводами «Гарант», «Гардиан», «Воронежские двери», «Саратовские двери». Степень защиты у таких дверей очень высока. Отделка внутренняя представлена в широком ассортименте, то есть некоторые модели возможны с вариантами и по цветовой гамме, и по фасончику. Неотъемлемая часть интерьера – межкомнатные двери. Это своеобразные границы между маленькими мирами отдельных комнат. Современные двери, облицованные натуральным шпоном, ПВХ-пленкой или ламинированные, отлично подойдут как для дома, так и для офиса. В отделе двери представлено более 80 моделей от бюджетных до класса люкс. Мы работаем только с отечественными производителями. Даем гарантию на всю нашу продукцию. На межкомнатные и на металлические двери. Гарантия также распространяется у нас и на дверную фурнитуру. Здесь же представлены стеновые панели. Различные рисунки и узоры, в том числе имитация природных материалов, камень, плитка и дерево, создадут в вашем доме приятную атмосферу уюта. Отдел двери. Достойное качество по разумной цене. Авторский проект, изысканная обстановка, безупречная классика. Все это дизайнерский ремонт. О необычном интерьере расскажет Лилия Закирова. Ира, в этой квартире мы с тобой смотримся, как яркие пятна. Как яблоки, красные яблоки на белом снегу. Ну, как вишня, может быть. Как вишня на снегу. Она такая белоснежная, она такая хрупкая, она такая классическая вся. Очень современно, да, очень стилизованно. Вот, все гармонирует друг с другом. Система фильтрации воды, теплый пол и зеркала, которые увеличивают пространство. Хотя здесь и так достаточно места. Очень красивая люстра. Люстра вообще такое ощущение свойственно для дворцов. Для дворцов, да. Мы во дворце. Мы во дворце. Мы мини-дворце. Ну, это не одно помещение, на самом деле. Здесь 240 квадратов. На самом деле даже из этого не хочется уже уходить. Уже, не да. Говоря о тех, куда мы сейчас пойдем. Плавно перешли из столовой в зону отдыха. Классику, как ты говоришь, ее нельзя загромождать. Нельзя загромождать. Она самодостаточная. Да, она самодостаточная тем, что здесь очень много лепнины. Шикарные люстры. Свет очень интересный. Очень интересный, да? Свет. Да. Но есть здесь еще одна деталь интересная. Да. Фальш-камин. Это фальш-камин. Ну, здесь пока портал. Да. Вот как бы стоит, но тем не менее он уже самодостаточный. Здесь легким движением руки можно создать уже элемент декора, купить небольшой камин. Вот. Но камин, а можно свечи поставить и можно зажечь поставить свечи. Новогоднюю ночь? Здесь, да, здесь можно, ну, если вы не хотите пока видеть здесь камин, вы можете увидеть там какую-нибудь композицию из цветов. Дорого. Благородно, комфортно. Мы с вами находимся в спальне. Какая женщина не хотела бы иметь такую банкетку? И какой мужчина не хотел бы спать на такой кровати? Помимо роскоши, здесь еще есть функциональная комната. А сейчас мы подойдем к нашему функциональному помещению и посмотрим, что же там за этой дверью. Та-дам! Пока, пока ты отдыхала, Ира, я уже изучила это функциональное помещение. Это мечта каждой женщины. Гардеробная. Она просторная, она вместительная, и в нее можно сложить все. Спальня – это тихое место. Здесь все должно быть бесшумно. И даже двери, двери. Гардеробные закрываются бесшумно. По машинкам и гоночным болидам, которые здесь везде, можно сразу понять, это детская комната для мальчика. Мелочи и детали, которые мы видим в этой комнате, они прививают ребенку вкус, развивают его мировоззрение и, может быть, даже формируют характер. Но здесь еще есть детская, другая, вторая, и она для девочки. Для девочки. Я не сразу поняла, что это детская комната. Если бы не размер кровати и куклы, и куклы в руках, да, и всякие там принадлежности канцелярские, то и не опознаешь. Она красивая, она для принцессы. Вот каждая девочка, любая девочка, мечтает быть принцессой. Здесь мечты сбываются. Сказка становится реальностью. Ты все можешь потрогать, всем этим можешь пользоваться и во всем этом можешь жить. Нам здесь не хватает бокалов шампанского. Несмотря на то, что это всего лишь... Это ванная, да. Она располагает вот к такому состоянию души. Нет, на самом деле, наверное, здесь так и должно происходить. Так, джакузи, цветы, все такое дорогое, роскошное, даже колонны. Это дополнительное помещение, Лилечка. Еще одно. То есть, если надо сделать кабинет, здесь может быть кабинет.
Если это надо сделать спортзал, это может быть спортзалом. А если вы хотите родить третьего ребенка, это может быть третья детская. Здесь есть выход на огромную красивую лоджию. А ты не заметила, мы с тобой нигде здесь не увидели стиральную машинку, гладильные доски. А ведь она здесь есть. Машинка здесь. Где она еще может быть? Спрятана. Гладилки? Да, все очень удачно спрятано. Здесь еще есть дополнительная душевая кабина. Но если у вас нет горячей воды, что частенько в часе бывает, здесь есть водонагреватель. Все, что нужно хозяйке, то есть спрятано в этой комнате. Причем комната тоже стилизована под классику. Она не выделена, ее также сделали под классику. Здесь очень приятно находиться. Из такого дома уж точно не хочется уходить. Здравствуйте, меня зовут Юля. И в преддвериях Дня матери я бы хотела рассказать вам, как можно сделать уютную композицию, чтобы порадовать себя, близких и, конечно же, наших дорогих матерей. И для этого нам понадобится шкатулка, то есть самый основной предмет, ну и разные аксессуары, как брошки, бусы, ленты. Все, что связано с уютом, напоминает нам маму. Для самой цветочной композиции в нашу шкатулку нам понадобится фиафлор, уже, то есть, ранее заготовленные зелень и цветы. Цветы можно использовать разные. Сама композиция очень проста по своей структуре. Помещаем наш фиафлор в саму шкатулку. Украшаем зеленью. Делаем мы это прямо в шкатулке для того, чтобы увидеть, как будет смотреться композиция. В нашей композиции мы решили использовать классику. То есть это белые хризантемы и красные розы. Цветы можно расположить как угодно. Осторожно ставим цветы в нашу шкатулочку. Мы закончили украшать нашу шкатулку цветами. Мы украсим нашу композицию атрибутикой именно из женской шкатулки. Наша оригинальная шкатулка готова. Ну а мы желаем всем мамам счастья, здоровья, улыбок побольше и радостных событий в жизни. Ну а мы вас ждем в сети салонов цветов «Оазис». В следующем выпуске передачи мы продолжим тему ремонта. Покажем необычную студию света. А наши флористы-дизайнеры уже подготовили специально для вас интересные идеи. Я в свою очередь напоминаю, что все выпуски передачи «Займемся делом» доступны в интернете на нашем сайте www.tv-altes.ru. Плодотворных вам рабочих будней, грандиозных планов на ноябрь и всего доброго! Проект любой сложности. Все от индивидуального жилья до промышленных сооружений. Производится техническое обследование состояния зданий. Строительно-информационная компания «РИКС».